20 августа в столице республики пройдет традиционное августовское совещание педагогов. Приемка школ к новому учебному году уже завершена. В этом году провели капитальный ремонт в 104 образовательных организациях, отремонтировали 29 спортивных залов, заменили ученическую мебель и оборудование, провели благоустройство территории и проверили систему отопления. 1 сентября 2015 года школьный звонок прозвенит для 12,5 тысяч первоклассников, а всего в школы республики пойдут 127 тысяч детей. По итогам прошлого года 5 ученических заведений вошли в список 200 лучших сельских школ России, 6 в топ-500, лицей номер 3 города Чебоксары занял 22 место в списке 200 российских образовательных учреждений. На традиционном августовском педсовете, который пройдет завтра в Чебоксарах, будут говорить о выборе профессии, о том, куда направить таланты школьников. В первой половине дня 20 августа на базе учреждений высшего и среднего профобразования будет работать 13 дискуссионных площадок, а во второй половине дня откроется пленарное заседание. В фойе ДК ЧГУ пройдет презентация лучших проектов Республиканского фестиваля научно-технического творчества молодежи.